Здравствуйте! На канале Лабутенанского телевидения программа «Точка зрения». Мы работаем в прямом эфире. Телефон, по которому можно до нас дозвониться и присоединиться к разговору, 2-16-38. А тема сегодняшней беседы – терроризм и все, что касается антитеррористической деятельности. Я представлю гостей. Сегодня у меня в студии ответственный секретарь Межведомственной комиссии по противодействию экстремистской и террористической деятельности Виталий Викторович Каутер, а также оперуполномоченный уголовного розыска Алексей Иванович Барахтенко. Начну с того, что несмотря на кажущуюся спокойную обстановку в Заполярье и отдаленность от всех мировых событий, проявления экстремизма и терроризма все же регистрируется. Так в ноябрьске представители секты свидетелей Иеговых распространяли экстремистскую литературу, но из-за процессуальных нарушений, допущенных полицейскими, привлечь к ответственности их не удалось. И это не единичный подобный случай. В сентябре ФСБ Российской Федерации сообщило, что в рядах Исламского государства находится порядка 2000 российских граждан. В начале октября на Ямале возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, уехавшего в Сирию для ведения боевых действий на стороне запрещенной в Российской Федерации организации «Исламское государство». Это выяснилось в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Центра по противодействию экстремизму Управления Министерства внутренних дел России по Ямалу. Полиция возбудила дело по части 2 статьи 208 Уголовного кодекса Российской Федерации «Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, а также участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации». Также сотрудниками центра в результате мониторинга одной из популярных социальных сетей интернет установлен пользователь, который разместил на своей странице запрещенные видеофайлы из федерального списка экстремистских материалов. В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские установили личность нарушителя. Им оказался житель города Ноябрьска, который сознался в совершенном правонарушении. Собранный материал сотрудники полиции направили в Ноябрьский городской суд. Вынесено решение о наложении на правонарушителя штрафа в размере 3000 рублей. Затем в отношении жителя города Новый Уренгой возбуждено уголовное дело за участие в незаконных вооруженных формированиях, относящихся к деятельности террористической организации «Исламское государство». Он также выехал на территорию Сирийской Арабской Республики, где вступил в ряды незаконных вооруженных формирований. На сегодня таких случаев на территории нашего округа уже 3. Вот такая тревожная информация. Эти данные наглядно показывают, что работу по противодействию экстремизму и терроризму стоит продолжить. Предлагаю телезрителям присоединиться к нашему разговору и рассказать, насколько вы себя чувствуете в безопасности в нашем городе. Телефон прямого эфира 2-16-38. Ну, а я начну, наверное, с вопроса Виталию Викторовичу. Расскажите, как вообще ситуация с экстремизмом и терроризмом обстоит на территории города Лабытнанги? Ну, на территории города Лабытнанги уже несколько лет действует, работает Межведомственная комиссия по противодействию экстремизму и терроризму на территории муниципального образования. В данную комиссию входят все представители правоохранительных органов, а также субъекты профилактики администрации города, управления образования, культуры, физкультуры и спорта. На данной комиссии рассматриваются вопросы, касающиеся данной темы, какая проводится работа, принимается решение, протокольные по данному вопросу и проходит отчет об исполнении данных мероприятий. На сегодняшний день межэтнических, межконфессиональных конфликтов на территории города не зарегистрировано. Также администрацией города и правоохранительными органами проводится мониторинг сети интернет по экстремистским высказываниям. На территории гор муниципального образования выявлены такие факты, по ним проводятся проверки. То есть в дальнейшем будут приняты по ним процессуальные решения. Ну, в принципе, можно сказать, что на отчетный период обстановка у нас оперативная в данном направлении стабильная. Вот в связи с событиями в стране, в мире, в Сирии, какие-то поступили вам новые нормативные документы, может быть, какое-то ужесточение каких-то мер или, наоборот, призвание к бдительности всех сторон? Да, с антитеррористической комиссии НАО поступили документы об усилении контроля за объектами жизнеобеспечения, энергетики, снабжения, то есть перевод руководства на усиленный вариант службы.
То есть предпринимаются меры по усилению контроля и усилению бдительности граждан, в том числе и работников объектов жизнеобеспечения, которые, потенциально опасных объектов на территории города. Ну, видимо, работа, которую вы проводите, приносит свои плоды, так как вот буквально на прошлой неделе в дежурную часть поступило сообщение о подозрительном предмете, обнаруженном в детском саду «Волшебница». Случай из ряда вон выходящий. Как часто поступают вам такие сообщения на телефон 02? Вообще город Лабытнанги славится своими какими-нибудь там телефонными сообщениями о различных происшествиях, или это действительно из ряда вон выходящий случай, который произошел на прошлой неделе? Ну да, как вы и говорите, это из ряда вон выходящий случай. Аналогичных сообщений не было в этом году. Вот. Угу. Я предлагаю посмотреть репортаж, который вышел в эфир, чтобы можно было потом предметно о нем поговорить. Давайте посмотрим. Сегодня в 9 часу утра поступило сообщение от администратора детского сада «Волшебница» о том, что на детском шкафчике в одной из групп обнаружен предмет, внешне похожий на кейс. Им приняты меры, что недопущение детей в данную группу. Значит, реагирование произведено дежурным, направлен ближайший наряд ДПС ОВО, и дополнительно также направлена была следственно-оперативная группа. Сотрудникам полиции не составило особого труда установить личность владельца и проверить содержимое того самого дипломата. После его досмотра стало ясно, что опасности для окружающих он не представляет, и его вернули законному владельцу. Я дочь раздела, и чтобы не носить с собой тяжесть, оставила чемодан на полке, на шкафу, чтобы быстренько обратно, когда побежать, схватить его и побежать на такси. Вот, но не получилось. Я говорила, что это мой чемодан, что там в нем ноутбук, я на нем работаю, на нем важная работа, что вот я могу его открыть. Нет, бдительная сотрудница садика не дала мне его взять. Безусловно, не стоит оставлять без присмотра вещи. А вот в случае обнаружения неизвестных предметов бдительность явно не помешает. Это, конечно, хорошо, что отреагировали, бдительность проявили, потому что... И на будущее тоже ни в коем случае не сами не принимайте мер, чтобы посмотреть, что там. Есть определенные телефоны в дежурной части, звоните, сообщайте. Но не стоит забывать, что шутки с законом плохи. И в случае розыгрыша с муляжом бомбы или элементарным звонком о заминировании вас могут привлечь к уголовной ответственности. Итак, Алексей Иванович, скажите, в городском... отделе Министерства внутренних дел отработаны, да, инструкции по поводу того, как действовать в таких ситуациях, как действовать при таких звонках, при таких вызовах? Да, конечно, отработаны. Учения проводятся личного состава на постоянной основе, согласно плана, утвержденного руководством ОМВД. Кроме того, значит, происходят ежедневные инструктажи нарядов, заступающих на несение службы, на которых этому направлению уделяется особое внимание сотрудниками, ответственными от руководства, и сотрудниками дежурной части. Скажите, отрабатываются различные сценарии? Конечно, различные сценарии отрабатываются. А какие вот направления? Например, вот детский сад – это одно общественное место, да? А где-то, или все отрабатываются сценарии по общественным местам, да? Общественные места – это дошкольные и школьные образовательные учреждения. Общественные места – это железнодорожный вокзал, магазины, площадя, там отрабатываются тоже мероприятия, проводятся учебные. В том числе отрабатываются материалы, да, по сообщениям граждан. Вообще, жителям города Лабытнанги, на что следует обращать внимание? На какие признаки может быть готовящийся терактор, на какие-то подозрительные вещи? Что бы вы посоветовали? Ну, это бдительность нужно уделять особую на оставленные предметы в общественных местах. Это различные упаковки от предметов, это сумки дамские, чемоданы, кейсы, где, допустим, даже иной раз торчат и провода, потому что любое взрывное устройство оборудовано механизмом, значит, оно оборудовано, значит, проводами, где-то часовой механизм, он издает свои определенные звуки, вот на это нужно определять особое внимание. Подозрительные граждане, ведущие себя подозрительно, пытающиеся скрыться, раствориться в толпе, нервничать при появлении других лиц. Вот
На это нужно определять особое внимание. Уделять. Еще хотелось, чтобы вы несколько слов сказали по поводу того, что не стоит злоупотреблять подобными сообщениями, да, не стоит проверять сотрудников полиции на бдительность, что за это даже да, есть предусмотрена ответственность. Да, статья Уголовного кодекса Российской Федерации 207, заведомо ложное сообщение об акте террористическом. Да. Предусмотрено наказание до 5 лет. Ну, это по максимуму, да? Да, это по максимуму, да. Если какие-то там последствия, это все привело к каким-то последствиям? Учитывается, да, да, все это, да. Ну, наши объекты насколько вообще защищены, насколько соответствуют городские объекты вообще всем требованиям современным по антитеррористической защищенности? Понятно, что все упирается в финансовые средства, но тем не менее. Есть у нас какие-то узкие места в городе или наоборот, может быть, все в порядке на каких-то объектах? Ну, в соответствии с 202-м постановлением правительства, на объект с массовым пребыванием людей проходит разработка паспортов безопасности. При комиссии создана рабочая группа, которая проводит оценку и категорирование и дает рекомендации по устройству антитеррористической защищенности объекта с массовым пребыванием людей. Да, нашим, скажем так, муниципальным учреждениям с массовым пребыванием людей сделано уже, в принципе, много для защиты своих объектов и установлены системы видеонаблюдения, где-то пропускной режим. В этом году в рамках программы «Безопасный город» приобретены электронные пропуска на школе, в школах установлены в гимназии, в школе номер 1 будут установлены. Кроме этого, также на объектах культуры выделены средства на безопасность и укрепление антитеррористической защищенности. Есть, конечно, и узкие места. Это, прежде всего, периметральное ограждение, которое требует больших финансовых затрат. Ну, эти вопросы решаются по мере их поступления. Я думаю, в итоге все равно мы эти вопросы нам придется их решать и, как говорится, закрывать. Я думаю, что в ближайшей перспективе данные моменты будут устранены. И все требования, которые предъявляются 202-м постановлением правительства, они в обязательном порядке должны быть выполнены. И мы будем стремиться к этому. На данный момент, как я говорю, проходит проверка объекта с массовым пребыванием людей. То есть и есть моменты, которые уже также сразу устраняются по выявлению. Ну, это в основном касается документации, конечно. Устраняют и, в принципе, пока мы не дошли еще до объекта с массовым пребыванием, скажем так, частного сектора, имеется в виду магазины большие наши, то есть здесь вот дальше еще будет продолжаться работа. А вот что касается муниципальных учреждений, здесь все-таки какие-то уже у нас успехи по безопасности есть. А частные предприниматели, вот вы как сейчас сказали, больших магазинов, они тоже должны подчиняться данным требованиям? Да, то есть это касается всех. Там определены параметры в этом постановлении. То есть если одновременно на территории объекта может находиться более 50 человек присутствовать. Если есть такой параметр, то данный уже объект относится к объекту с массовым пребыванием людей. И к нему распространяются все требования, как к любому объекту, скажем, ну, администрации, там, школы, управления культуры объекта. То есть также распространяется на рынке, кафе. Ну, то есть, ну, эта комиссия будет выезжать и проводить категорирование, и определять, подпадает она под это требование, либо нет. То есть, а дальше уже будет, то есть, руководитель объекта обязан будет составить паспорт, согласовать его с представителем МВД, МЧС и ФСБ. То есть вот такие вот моменты, это работа кропотливая и требует каких-то определенных затрат. А раньше не предъявлялись такие требования? А раньше предъявлялись требования только, было у нас постановление правительства ЯНАО, оно предъявляло требования только к местам с массовым пребыванием людей, которые относятся к муниципалитетам, скажем, объекты управления культуры, образования, культуры, также больницы. На предпринимателя как бы не распространялось это постановление. Сейчас вышло постановление правительства, оно охватывает более широкий круг данных объектов, в том числе и территорий, которые подлежат охране полиции. То есть, ну, там определенные критерии оценки даны. То есть это под каждый объект конкретно выезжает комиссия и определяет категорию, какая она присутствует. А есть сроки вот этой проверки, когда предпринимателям ждать вас? Там сроки в самом постановлении не указано, там указаны сроки при
подготовки паспорта, то есть дается месячный срок на согласование объекта со всеми правоохранительными структурами. То есть, ну, как немножко... будет комиссия, придет всем, потому, как говорится, и, ну, там уже список у нас есть, этот список утвержден антической комиссией ЕНАО. То есть этот список объектов с массовым пребыванием людей у нас есть, туда включено порядка 92 объектов. Сейчас эта работа идет, мы в первую очередь проводим обследование объектов, скажем, вот, культуры, образования, физического спорта, медицины. То есть вот пока вот во главу у нас проводим на этих объектах всю работу. Работа идет. Ну, в частности, есть уже вот изменения. Например, особо защищаете вы сейчас, да, защищаются образовательные учреждения, то есть те объекты, охране которых уделяется особое внимание. Меры защиты детей все время совершенствуются. Вот в российских школах стали появляться биометрические датчики. Их устанавливают на входе. Своих от чужих эти машины отличают по отпечаткам пальцев. Такие турникеты теперь есть и в Лабытнанской гимназии, и в Лабытнанской школе номер 1. Предлагаю посмотреть сюжет об этом. Это не секретное предприятие или оборонный объект, обычная Лабытнанская школа номер 1. Теперь попасть в здание можно только лишь по отпечаткам пальцев. Биометрическую систему пропуска здесь установили с начала учебного года. Теперь пройти чужим будет сложно. Незнакомцу здесь всегда горит красный свет. Ученик или педагог, желающий зайти в школу, подходит к электронному турникету и прикладывает большой палец руки. В это время умная машина считывает его персональные данные и принимает решение о пропуске такого человека. Пока электронная проходная работает в тестовом режиме и в часы пик, турникет не справляется с потоком учеников. В результате образуются вот такие очереди. Да, есть большие очереди, неудобно. Бывает, что подгинают турникет просто и проходят там. Человек 10, а потом опять поднимаю. Получается пробки. Ну, как очереди большие. Совсем неудобно. По мнению специалиста по безопасности, биометрическая система надежнее, чем карточки пропуска. Их можно забыть или потерять. Отпечатки же – это пропуск, который всегда с собой. Заранее у всех участников образовательного процесса, как у обучающихся, так и у работников школы, проведено дактилоскопирование, и отпечатки пальцев работников и обучающихся находятся в базе данных в информационной системе в нашей школе. Сотрудники школы говорят, теперь за детей они спокойны. Да и сами ученики стали дисциплинированнее, меньше выходят из здания. Ведь каждая попытка прогулять урок фиксируется компьютером. Для родителей это удобно, они всегда будут знать, где мы, когда мы зашли в школу, когда мы вышли. А для нас это не очень удобно, но это контроль. Уже не выйдешь просто так со школы, допустим, посреди уроков, как это делают некоторые ученики. Вот. Ну, в принципе, хорошо, то, что другие не проходят, незнакомые люди. Даже родители же пальцы не брали, и они не могут пройти в школу. Впрочем, среди родителей школьников еще остались сомневающиеся в необходимости такой системы. Основной аргумент против – зачем у детей брать отпечатки пальцев и куда может попасть эта информация. Руководство учреждения объясняет – сервер надежно охраняется и доступ к нему ограничен. К тому же ребенок может отказаться сдавать свои отпечатки. Не очень удобный турникет. То есть хотелось бы, чтобы он побыстрее работал, а он, к сожалению, сильно долго думает. Исполняем законодательство Российской Федерации в области обеспечения безопасности. Это в основном законодательство в области противодействия терроризму. Может, в дальнейшем родители оценят преимущества новой пропускной системы, когда начнут получать сообщения на свой мобильный о том, когда их ребенок зашел в школу и вышел из нее. А если мамы и папы захотят узнать об успеваемости ребенка и встретиться с педагогом, то визит в образовательное учреждение необходимо будет назначить заранее. Если родителю необходимо встретиться с кем-то из администрации школы, либо с учителем своего ребенка, он заранее созванивается просто со своим учителем, либо с администрацией школы, назначают встречу, приходит родитель, приходит учитель, встречает его здесь, забирает, проводит, они общаются. В Лабытнангах уже планируют внедрение системы контроля и управления доступа во всех школах города. Познакомиться с системой электронного пропуска уже после новогодних каникул смогут ученики гимназии. Ну что ж, подводя итог нашей сегодняшней беседы, я хотел бы спросить у моих гостей, насколько
можно чувствовать себя в безопасности, защищенным от террористов в городе Лабытнанги? Ваше мнение как специалистов? Ну, я считаю, что у нас ситуация стабильная, контролируемая в городе. Конечно, бдительность проявлять необходимо. Но я думаю, что жители города могут на данный момент спать спокойно. Как с каких-то проявлений экстремизма террористических на территории города не зарегистрировано. Но все-таки бдительность проявлять необходимо. Что скажет полиция? Ну, аналогично присоединяюсь к коллеге. Значит, сохранять бдительность, быть спокойными, звонить при каждом обнаружении предметов, которых я ранее рассказывал. Кроме того, можно сообщать и о гражданах, которые хранят оружие, взрывчатые вещества, боеприпасы. Вот. Сообщать в дежурную часть. Любое сообщение принимается, заявление в дежурную часть обрабатывается, рассматривается. Спасибо большое, уважаемые гости. Что ж, время прямого эфира подошло к своему завершению. Очень хорошо, что соответствующие органы готовятся заранее к возможным угрозам. Но и горожанам не стоит забывать о своей безопасности и быть бдительными. Увы, но таковы требования современной жизни. Я благодарю своих гостей за информацию, а вас, уважаемые телезрители, за внимание. До новых встреч на канале Лабытнанги ТВ. До свидания.